Главная задача – подняться как можно выше. Своими планами на гонку поделился Сергей Устюгов накануне старта. Сегодня в Малиновке на всероссийских соревнованиях чемпионские высоты мужчины разыграют медали в коньковой разделке. Лыжникам предстоит пробежать 15 километров. Сергей Устюгов выйдет на старт под 27-м номером. Всего же в гонке с раздельным стартом свободным стилем примут участие 58 спортсменов. Кроме Сергея Устюгова за медали поборются югорчане Рифат Сафиулин и Александр Кириллов. Напомним, что на чемпионских высотах уже состоялись три мужские гонки, и дважды Сергей Устюгов поднимался на пьедестал почета. Югорчанин завоевал золото в спринте классическим стилем и серебро в скиатлоне.